приемную квартиру тоже иногда приходят такие сигналы. Я приведу пример, степная 27/7, то есть фактически подача отопления есть, но проблема состоит в том, что она подается на вход, на 36 градусов, это мало. Жители там по 2 недели тоже обращаются и жалуются. Хотелось бы попросить вас тоже на особый контроль взять такие моменты. То есть фактическая подача есть, но она недостаточно, либо там давления не хватает, либо температуры, то есть тоже оперативно реагируете на такие случаи. Информация такая к нам пришла, тоже сегодня мы получили. Сейчас сами справились компании, будем заниматься изменением гидравлического режима, то есть на концевой подъезд 27/7, а он концевой. Так что это отзвонился, она сказала, что все это вроде как ситуация там ожидалась, и без подачи, но 2 недели после они встречались во всех разговаривали. Хорошо. Если была заявка, естественно, она была передана в тепловые сети, и взаимодействие с управляющей компанией очень легко, и нормально все было. Надо смотреть заявку. Прослеживайте решение данного вопроса, потому что если вам поступает информация от старших по дому, а мы говорим, что все старшие по дому вам по проблемным вопросам на утро отзваниваются и дают сигнал, и как в течение дня или дней решается этот вопрос? Проблемы посмотрим. Понимаете, да, держите контроль до полного решения.